Ну что, горы наши красивые деревни. Называются горы. То вниз, то вверх поднимаешься. Пошел и пошел. Здравствуйте. 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 А что это вы у нас снимаете? Вас. Нас? Это хорошо. Это хорошо. Мясцовыя жыхары называюць гэты куток па-рознаму. Гэта і касцёл, гэта і панская сядзіба, гэта і святая крыніца, гэта і проста урочышча. Вядома, што ў Магілёўскай вобласці толькі ў нас вось тут на плошчы больш 4 гектараў расце вось такое насаджэнне вялікае ясеняў. Кажуть, у мясцовага пана была дуже прыгожая жонка, і любілі яны адзін аднаго. Але пану даводзілася вельмі часта выезжаць па сваім гаспадарчых справах. І адбылося так, што здрадзіў ён жонцы. Яна вельмі пакутвала, да так моцна, што захварэла і памёрла. А кажуць, што вобраз той пані да гэтага часу з'яўляецца на крыніцы. І помнічы свае пакуты, яна вельмі ахоўна адносіцца да просьбаў жанчын захаваць сям'ю, падарыць ім прыгажосць, здароўя, і кажуць, гэта адбываецца сапраўды так. Са слоў старажылу, я не знаю, напісана, говорят, што гэта была пліта, установлена панам у чэсць, надмагільная пліта, у чэсць умершай жаны. То есть деревня так, горы полна тайн. Да, полна тайн. И отныне эти тайны старожилы уходят так вот, ну, передаются с поколения в поколение эти легенды, тайны все. Ну, зусім не легенда, з'являється то, что мы сапраўды гуляем по городищу раннего железного века. Это 5-7 веков до нашей эры. Наш профессор земляк, добавлю, Марзалюк Игорь Александрович у 2005 году знайшоў тут подтверждение, что это сапраўды такий помник. Это помник республиканского значения. И мне считается, то место, где родился, это самое лучшее место на земле, наверное. Вот, как говорится, где родился, там и пригодился. Вот я считаю это, да, правильно сказано. То место, где родился, ты должен здесь что-то сделать, чтобы память о тебе осталась, а чтобы дети твои могли оставаться здесь. Вот тогда и деревня будет жить, развиваться. На морі утка купалася на бережку, ой, сушилася, оу. Тихіля зень, я утычка, ти пылячіш, я тутечка, оу. Пылячеш на морі, мяне кініш на горечка. Надо жить, работать, трудиться, еще будет, и смысл жизни будет. Не будешь работать, не будешь ничего получать.
примерно я проработала всю жизнь. Я свою жизнь знаю. Жила без батьки. Батька на войне забили, с мамкой жили. Твоих, брат и я. Теперь уже брата нема, целась одна. Ему уже 6 годов нема, как умер. Живу одна. Трое деток у меня. 2 сына и дочечка. Ну, так и жизнью прожила. На ферме проработала всю жизнь. Да всего покушала, всякого хлеба. На ферме, и в остальных работах, и поваром. Всякого хлеба покушала. Ну, улыбаетесь? Ну, улыбаюсь. Что ж улыбаться, что зубов нема. Ну, вот это самый младший у нас сынок, Арсений. Ему 2 месяца. Уже 2 месяца? Да, уже 2 месяца. Сколько же у вас всего детей? 3. Старшая девочка Ангелина, ей будет 10 лет. Средняя Никита будет 8 лет. Ну, это вот самый наш маленький малыш. Давай поулыбаемся, давай. Давай поулыбаемся. Гу-гу, гляди на маму, гляди на маму. Сыну, гляди на маму. Гляди на маму. Где мама? Где мама? Заяц. Не хочет улыбаться. Я же испугалась. Это когда свинья хорошо везде найдет, да? Это вот про это, да? Носик, чей носик, чей носик. Ну иди. Идем. Идем. Ну, идем похлаже, идем. Иди. Хороший, хороший, хороший. Ай, молодец. Ай, хороший, хороший. Ну, иногда хочется, да, если честно, прийти как в городе, полежать после работы, отдохнуть. Ну, бывают времена, что можно отдохнуть, конечно. Ну, в основном все посвящаем все хозяйству. Хозяйству, детям, семье. Желаю своим односельчанам, чтобы деревня наша жила, процветала, чтобы мы трудились хорошо, добивались хороших результатов в своей работе, получали приличные зарплаты, чтобы жить достойно в нашей Республике Беларусь. А что рассчитываете поймать? Не знаю. Ну, например? Карасика какого-нибудь. 2? 3. 10? Угу. Желаем вам ни хвоста, ни чешуи. Спасибо. Пока. Сельская жизнь, знаете, она у нас своеобразная. Есть свои обычаи определенные, есть свое какое-то такое интересное, свое вот родное. Ну и вот у нас, допустим, есть такой обычай. Когда рождаются дети, у нас не только берут крестных, но еще берут бабушек. Вот. А потом, это когда вот ребенку там год исполняется, может быть, меньше. Значит, после Рождества уже родители ребенка, называется, носят пироги. Вот так вот. И вот такие получаются розочки. Когда они расстоятся, они поднимутся еще в объеме, расширятся, и получаются вот такие. Вот вам, пожалуйста, символ любви. Хлеб, ну это как наши прадеды говорили, что это хлеб, это всему голова, наверное, это так и есть. Если в доме есть хлеб, значит, в доме есть жизнь, значит, в доме есть достаток, значит, в доме есть любовь и все остальное. Ну, наверное, как каждая, как коренная жительница, наверное, каждая хвалит свою деревню, так и я. Наверное, лучше гор могут быть только горы.